рубят лес мужики и творят, что хотят, только щепки летят. Не застудит терема, не погода зима, да никто не вспомнит, нет, как смели первоцвет. Катя, нельзя там. Купили такую штуку на Алиэкспресс, называется капучинатор. Капучинатор? Первый раз слышу такое. Ну, сколько стоит такая раз на Алиэкспрессе? $1.66, наверное. Так, для чего? Или $1.16. Для чего она нам нужна? Это чтобы взбивать молоко, ну, делать капучино, соответственно. В общем, Маринка любит как с пенкой, да, кофе? Да. А ну-ка, покажи, где делать. Ну, вообще делают горячий, может, молоко, да. Я не знаю. Молоко горячий добавила, так? Да, и теперь взбиваем его. Только нужно его держать сверху, ну, сверху в молоке. Ни в коем случае не опускать на дно, потому что я пробовала, пены вообще ноль. Картошка выросла, буряки, редиска там выросла тоже. Так быстро? Да не может быть. Да я не серьезно, это картошка, смотри. Вон. Я что-то не бачу. Вон, я его направляю. А, ничего себе, ну. И вот уже. Слушайте, ау. А сколько дней прошло, Андрюшка? Уже буквально неделя, наверное. Ну, буквально неделя, и вот она взошла. Это ранняя, которую мы самую первую сажали. 5 рядков, которые. Ну да. Не, ну все равно. Шлангу купили, вот такую желтую, 30 метров, 5/8, это, наверное, толщина ее, да? Ну, кто знает, может. 36 рублей. У нас не хватило денег, на карточке было, а у женщины по карточке наша карточка не проходила. Она говорит, занесете мне 2 рубля. Представляете, какие люди бывают в Аврске. Мы, если честно, были в шоке. Но мы, конечно, ей занесем. Ну просто что, сам факт. Это ж не 20 копеек. Сколько тебе лет? 33 будет. Похоже, как на 18-летнего, да? Ну. Я бы даже меньше сказала. 16. О, холодная вода. Надо ограждаться поскорее, потому что куры здесь ходят. Вчера даже птицы клевали там, где ты кукурузу сажал, Настя говорит. Угу. Ну что ты, бегу к тебе. А? Бегу к тебе, что ты? Да, сейчас помидоры посадил. Выкопал. Ну, обрабатывают. Мне кажется, ты слишком много для такого количества помидор делаешь, не? Боже, это что, тебе попадается такое? Не попадается, это у меня палка поломалась. А! Видишь, попробивала все равно. Ага. Не страшно. Ну да, и вот по огороду видно вот. Короче, вот это все. Для помидоров. Я думаю, с головой. Тут по 2 получается этих. Да, я думаю, с головой хватит. Тебе ж на работу. Ну не за это, просто по 2-то. Типа, ну, у нас 40 штук. Получается, по 12 штук где-то по 5. По 12 штук на рядок. У нас 40 штук? Да, 40, ну 4 десятка. Ага. Угу. Сразу их полить пока. Видишь, земля еще влажная. Угу.
добрые соседи дают нам малину, и мы решили посадить эту малину вот на этом участке. Я его разработал, немного вскопал, повыбирал корни. Вот столько я нашел металла, когда копал. Вот труба такая, вот такой какой-то, планочка такая. Потом топор, где-то он тут был, топор. Где его тут? А вот топор. Вот такой вот топор. Он здесь треснутый. В общем, тут если покопаться с металлоискателем, тут столько можно металла найти, это ужас. В общем, вот такой участок, потому что нам негде малину садить. Огород мы весь засадили. А малину, собственно говоря, здесь негде. И возле дома не хочется, потому что придется там ограждаться, заборы. Сейчас пойду к соседке забирать малину и пересаживать вот на это место. При пересадке помидоров эти растения, помидоры, испытывают шок. Поэтому, когда их пересаживаешь, они немножко вот вянут. Но если они это выдержат все, то они поднимутся. Вот под таким наклоном их нужно сажать. Выкопать такое, так как типа траншеи. Уже некоторые попринимались. В общем, я сегодня буду поливать. Вот эти вот помидоры, они уже почти пошли. Сорт, я даже не помню, какой здесь сорт. Мы покупали 4 десятка их. Тут даже, наверное, больше. 50, наверное, штук или 56 штук их. Мы сажали их по 2. По 2 штучки. Вот редис уже взошел у нас. Редис, бураки. Там вот есть. А огурцы там уже пошли немного. Ну, уже по-тихому уже начинает расти все. Вот она, картошечка поднялась. Ее нужно подкучить. Тяпочкой пройти. Вон даже видно. Вот такая вот. Это ранняя у нас картошечка. Нужно запастись отравой от жуков, потому что подрастет. Начнется налет колорадского жука. А это мы уже сажали попозже, но она еще не взошла. Вот это, которое... Наверное, это то видео, которое я сажал картошку под дождь. Вот оно и взошло. Но у меня еще есть с этой стороны малина. Вот она уже большая такая малина. Здесь нужно благоустроить все, поубирать это все. И тогда уже малина будет нормально это все цвести. В общем, пока до этого руки еще не добрались. Вот малина такая. Добрые соседи нам ее отдают. И нужно ее проедить сейчас, аккуратненько это все проедим, достанем и уже на своем участке посадим. Так, это вот у наших соседей такая тепличка. Сколько размером? 6 на 3, да. С поликарбоната, да? А сколько вообще срок службы, Таня, вот именно этой теплицы? Не знаю, в зависимости от того, как поликарбонат. Ага. Так. А вот проветривать ее, нужно открывать под двери, да, вот здесь? Ну, окошко открывается. То я знаю, еще вверху там вот такие, ну, вот есть. Окошко открывается. В дверях. А, в дверях. А, вот, вижу, ага. Вот они, окошечки такие. Ну, есть, что делают такие самооткрываемые. Угу. Но они подороже. Ну, да. Самое дешевое. А вот сколько такая будет стоить? Или вы это уже давно именно это все? 600 рублей, наверное. 600 рублей. Вот такая вот теплица где-то будет 600 рублей, чтобы... Это приезжает со всем этим, с профилями, со всем, да? И, нет. То есть сам. Чисто одна. А, сам уже слаживаешь, да. Вот такая вот тепличка. Арочки. Ну, как раз в деревне пойдет заниматься это. А это самодельная, да? А это парнички. Парнички. Из панбона, я так понимаю. Вот такой парничок из панбона. Арочки. В общем, красота. Так, вот такая вот еще клубника на участке. Ее здесь очень много, просто много. Клубнички. Уже начинает цвести. Но это не у нас на участке, а у наших соседей. Надо будет себе тоже клубнику посадить. Сегодня как у нас времени, у нас пока огород. Ну вот и все, малина посажена.